What is happiness for you? Вот такая прогулка по территории монастыря. Это куда мы сейчас идем, да? Идем по внимам, птицам. Да. Птичий двор, вроде того. Вроде, снимаешь? Да. Вроде зоопарка. Такого только птичьего. То есть декоративная птица, фазаны, павлины, голуби всякие и тому подобное. Ну вот уже само красивое место. Уже елочками такими. Такая альпийская горка. Выделяется, да, все поднимается. Видите, вот туда. Сейчас она поднимается. Ты сложи ноги. Я держу кусок штатива. А вот павлины. Павлины здесь, но их почти не видно. Это Кирилл здесь живет, да? Нет. А кто здесь живет? Здесь никто не живет. Почти. А как они вообще туда заходят? Куда туда? Ну, я так понимаю, через ту дверь. Вон. А, сюда вот эта дверь, да? Через эту дверь заходят сюда, а вон там для павлинов самих. То есть... А там тут какие-то курочки? Где? Там больше всего, то есть, используют кроликов. Там кролики. А там можно посмотреть кролики? Сейчас пойдем, если там не закрыто, если... Ой, он спит, глаза закрыл. Жара, у него огонь. Нет, это сейчас ручной режим не включил. Надо включить ручной. Да, вот сейчас будет. И вот сфокусируется. Сейчас. Ну, центр просто берешь в центре и вот выводи фокус. Видишь, сейчас можно вывести фокус. Это будет сетку фотографировать, а нам надо павлина, значит ищем его, вот он. Ага. Сейчас он у нас. Нет, надо ближе, так не получится просто. А ладно, оставим павлина. Покоя, да? Надо просто вот так, чтобы сетки... Чтобы сетки не было видно. Да, а вот сейчас получается. Так это она, где он? Что такое? Это взяли. Да. Вот это тут колокольчик. Вот есть такие. Ну сетка все равно мешает. Ну ладно, сетка. Такая несенка. Вот павлина, и там потом сейчас... А там еще сейчас, кролик. Курочки. Сейчас посмотрим кроликов. Кроликов потом. Или кроликов на обратном пути посмотрим. Давайте... А, нет. Нет, уже идем туда, в ту сторону. Открывать уже не в тему, поэтому... Давайте пойдем вот сейчас посмотрим фазан. Ага, вот и фазан. О, вот это красивый. Вот фазан. Ой, у него что-то с ногой. Да. Ой. А раненая ножка. А курочки. Так. Бля, ты так спокойно подходи. Я думаю, они сейчас упрятся и не будут. Ты, наверное, моя... Самое главное, им шапка моя не нравится. Да. А ну меня сфотографируй. Не пугается. С камерой? Угу. Это 100%, им шапка не нравится, она яркая такая. Пугает. А это вообще, смотри, какая. Ух, кипиш. Туда. Эй.
можно снимать. Оно потом. Вот. Все нормально. Да, отлично. Вот так. Смотри, какой малец. Малец. Потерялся. Они тут свободно ходят. Олег, ты сними это. Так. А там вот эти. Ну сейчас. Там уже идет, то есть не зоопарк, а вот все зверя. А здесь вот эти, как они называются? Брамы. Брамы. Да. Вот эти куры. Вот. Здесь. Вот это. Ну вот и здесь брамы. Вот это брамы? Да. Рассказывать здесь это нечего. Здесь нужно будет, если что, потом найти. Не, ну вообще такой этот это петух петушок, да? Впечатляющий. Отдельно съемку надо будет сделать, потом уже завтра. То есть. Завтра уже да, такое осмысленное какое-то видео завтра будем уже, делать. Будет большая экскурсия, то есть Кирилл уже будет свободен, и можно будет уже спокойно вот так вот рассказать обо всем. Сегодня работает все равно. Смотри, а ну, петух такой большой, и вот, наверное, яйца у него такие, ух. А он ну, заходит да. Прямо сюда, вот в эту дверь, да, вот он сюда и входит? Ну, наверное. А, Лев, смотри, тут и такая сетка, и такая. Это маленькая, наверное, чтобы цыплята не выходили, правда? В этой старой доме. Старом доме. Мы там на интернете видим. Деревянные. Идем дальше. А пропусти туда или? Там вообще птичий двор, да. Там столько гусей. Интересно, чего нету. А, там дальше тут простые гуси. Я даже не знаю, зачем они у них столько гусей, они их же не едят. Они продают их. Разве что. Они все продают. Да там их только столько. Идем посмотрим, если корова на месте не открыта или пастуха. Если раньше был пес. Ой. А, это овчарка. Это овчарка немецкая, герда. А ее Кирилл продал, так как у него не было времени просто на. Можете пройти туда сейчас или? Она голодала. Голодала просто. Нет. Все было нормально, но у тебя не было времени. Просто смотрите. Не, они где-то этих гусей где-то ушли. Кто-то? Гулять. Гуси. Га-га-га. Да тут их столько штук, 200, наверное. Ой, куда жарко. Жарко. Чё? Что, все, на тебе ключ. А не знаю, вот туда спустимся. На ключик. А где мой ключик? Я в тебе другий. Лабораторный. Здесь лесок. Здесь одержат вот коров. Вот в этой вот. В этом спокойном месте. Мы здесь были, мы уже делали. Да-да. Такую экскурсию, да. Здесь их пасут. А вы идете туда дальше, да? А мы что-то пойдем туда к озеру. Есть два озера, к какому вы хотите пойти? О, не, я уже там ходила, не хочу. Я не выйду. Матушка. Матушка идет. Матушка идет в интернет. Нет, келью. Я с ней поговорю немножко. Всякими малыми, большими. Я говорю, Афанасию, они там
Говорят, им подикували солому и лежит на земле. Я говорю, она себе разнизуете, что просто ее привезли. Что она там не лежала на земле. Ну что-то там возят уже. А, да? Да. Не, не знаю, идем. Мы где-то гуляем. Привет. Давай, а потом мы с Бошем помогаем.